Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем награды и, конечно же, сразу в магазин открывать наши бесплатные паки. Так, понятно, мутаген, доллары, ага, и там, я смотрю, Донателло, да, притулился. Хорошо, еще одна колодушка у нас. И что же здесь нам выпадет? Так, кто там у нас? Ну-ка. А, пульверизатор. Хорошо. Ладно, ребята, давайте заберем тогда здесь три осколка. Так, три портала, три бакса и мутаген. Два задания, естественно, уже сразу автоматом мы сделали. И нам остается еще маленечко. И это поднять уровень персонажу. Конечно же, мы с вами это сделаем. Причем с превеликой радостью я выберу, наверное, кого-нибудь. Вот, Рафаэль Космос, да? Я думаю, подойдет для этой цели. 20 мутагена всего потратили. Замечательно. Так, задание забираем наши сюрикены. Так, ну что же. Выполним сейчас по-быренькому с вами вот это вот заданице, да? Практически моментально мы его закончим. Так, давайте мне тигра и шредера. Так, ага, отлично, опять это место. Да, как ни странно, Рафик, нам придется с тобой постоянно в течение хрен знает какого времени проходить эту миссию, потому что она нужна по заданиям, по ежедневке она стоит. Ну что, ребята, как видим, мои ребята тут просто на изи рулят. Причем, как вы понимаете, это автобой. И все, так, а вот здесь, наверное, ребята, я уже сам приступлю. Так что давайте-ка, наверное, с вертушки. Опа! Ну, смотри-ка, Бибоп выстоял, а сейчас упал. Замечательно. Так, Шредер, давай-ка, наверное, давай звезданем массовым ударом. Как говорится, не будем тут терепунькаться с ними. Так, добили, отлично, хорошо. И выстрел. Пиу! Маус упал. Все, ребята, тут у нас остался солдат и Рокстеди, который, естественно, сейчас быстренько получат по первое число у нас. Ну что ты там перебираешь оружие? Ух ты, неплохо звезданул, смотрите-ка. Крису досталось. Ну, ах, елки-палки, у него же контрудар. Хорошо, Шредер выдержал. Ну-ка. Ну, Зек, естественно, выдержал. И, да, Рафик побеждает Рокстеди. Ну что же, ежедневочку мы с вами выполнили. Забираем, естественно, сразу же награду. И останется у нас только лишь 10 провести боев. Ну, естественно, ребята, мы это все будем делать с помощью бесплатных порталов. Поэтому единственное, что хотелось бы определиться, что мы с вами будем искать. Рокзара, может быть, найти? Или Криса? Давайте Рокзара, наверное, да? Там всего 3 карточки. Ну, посмотрим, каков шанс у нас будет. Итак, ага, одна карточка есть, замечательно. Я вот думаю, прокачать бы его хорошенечко, да? Но не дали, к сожалению, ребята, не дали ничего. А здесь, ну-ка, не дали. Блин, это плохо. Всего лишь одну карточку мы получили. Ладно, кого же еще-то я хотел? Я, по-моему, собирался... Ага, у меня Лео. Да, кстати, давайте-ка мы его прокачаем. Он скоро, кстати, получит у нас повышение. Так, замечательно. Ай, ты смотри-ка, не дают. Как-то странно. Обычно на него карточки просто рекой сыпятся. А сейчас ничегошеньки. Так, ну, тут-то хоть дадут. Ага, одну карточку мы с вами получили. Ладно. Так, давайте здесь еще глянем. Блин, просто мутаген дали, а? Ты посмотри на них. Почему вы такие жадные, а? До карточек-то. Тем более, ладно, ладно, там кто-нибудь был офигенным там. Но это же обычный, самый простой первый Лео. Ну вот, дали. Хорошо. Так, ребят, давайте еще сделаем. У нас одно задание-то там уже выполнено. И сразу второе, как говорится, добьем. По-моему, все, да? Последнюю сейчас карточку найдем, если найдем, конечно. Да, нормуль. Все, завязываем с этим делом. Забираем наш реворд. Ага, так. И тут карточка Рафика. Все, замечательно. Так, ну что, ребята, посмотрим в магазине. Сколько у нас? 2000, тут 5000. А у нас не хватает. Не хватает сюрикенов, ребята, поэтому даже не будем, наверное, тратить. Хотя есть большой соблазн купить пиццелицево. Но не буду я тратить доллары, они нам еще пригодятся. Так, а здесь у нас что по очкам? 81 медалька, да, у меня ПВПшная. Так, и я могу, в принципе, купить, но стоит ли оно того, ребят? Вы посмотрите. Очень много нужно этих медалек, поэтому, наверное, не будем мы с вами ничего здесь брать. Ведьмочка, надо 100 монеток. Короче, пропускаем пока мы это дело, пускай покопятся у нас монетки дальше. Так,
Погоди-ка, погоди-ка. Ага, тут у нас разыгрываются порталы. Ну, давайте по-быстренькому пробежимся с вами, да? На автобои сейчас поставим. Совсем моментально это... Ну, займет буквально, наверное, 3 боя у нас. А дальше я уже не потяну, потому что меня там будут разбирать. Здесь-то с удара он пойдет, однозначно. Все, готов. Сколько нам дадут? 3 портала или 2? Ну, показывай. Сколько ты нам дашь порталов бесплатных? Ну, это я все понял, да. Ага, 3. Замечательно. Ну что, я думаю, что, наверное, еще один бой мы с вами потянем. Тут 40-й уровень. А следующий уже, вроде бы, если я не ошибаюсь, будет 60-й уровень и, по-моему, там 5 звезд. То есть, вряд ли потянем, конечно, но попытаться можно. Так, здесь-то мы его тоже порвем, этого робота. Черепашка-ниндзя-робот. Так, что ты там? Ага, опять поджигаешь, гаденыш. Ну, у зэка сопротивление, причем у нас у всех висит контрудар. Да, мы справились с ним. Ну, а третий бой, это, наверное, будет заключительный, потому что, ну, слабенькие у меня, ребят, персонажи. Что я могу сделать? Пока еще не раскачанные. Так, 4 дали портала, замечательно. Ну и, да, 60 уровень, 5 звезд. Ой, я даже не знаю, ребят. Ну, если мы исправимся, это будет какое-то просто чудо из чудес. Нет, если бы у меня был бы здесь Зэк и Рафик, предположим, да? То, возможно... О, да нет, нет, ребят, ну, вы посмотрите. Он сразу практически... Пол хп у всех отнял, а тигр так вообще сейчас упадет. Ну-ка, давай попробуем так. Хотя, не факт, ребята, что... В общем, смотрим. Так, защиту понизили и... Да, тигр уже упал. Плохо. Блин, да, вот если бы был бы у нас бы здесь Рафик, ну, вместе с Зэком, то, возможно, мы бы прошли бы. А так как у нас Крис, ну, он сам слабенький. Тигр, вы прекрасно видели, вообще упал моментально у нас. Тут без вариантов. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Что же тут происходит? Добьем, нет? Ай, вот это была роковая ошибка. Мы почему-то слабенько так ударили его. Ну, в общем, и поплатились за это. Ладно, в общем, все ясно. Мы с вами получили, главное, 7 порталов. И я считаю, что это хорошо. Ну что же, ребятушки, давайте рванем с вами на лигу. Так, у меня 2 звезды, было 3. Опять меня немножечко тут понизили. Ну что же, у нас 39 и 42 уровни, поэтому я думаю, что можно будет взять 45. Так, давай возьмем вот этого робота Рахзара и, наверное, Эйприл, да. Думаю, таким составчиком мы с вами поиграем и посмотрим, что у нас здесь получится. Угу, Хан. Блин, почему он все время ходит первым, а? Неужели он так быстро накапливает себе на ход? Так, майки, отлично, все шикарно. Давайте стрелять в кого? Давайте вот сюда. Эйприл нам здесь не нужна. Блин, не получилось маленечко. Ну-ка, сейчас. Ну, будем надеяться, что она отдуплится. Ну-ка. Да. Все, Эйприл нету. Ой-ой-ой, Бибоп, ну кого ты вот хилишь? Я не... А, нет, да, тут есть кого похилить. И причем довольно успешно он хилит. Так, ребят, давайте-ка бомбанем, наверное, мы с вами. Ох, ракеты полетели. Дыдыш. Слушайте, неплохо здоровье мы отняли. Блин, я боюсь, сейчас могу потерять Эйприл. Она у меня что-то там бедненькая скрючилась вся, держится за руку. Давайте вот так вот мы сделаем провокацию Рахзаром. И подхил, все, теперь мне ничего не страшно. Никто меня здесь уже не пробьет. Ни... Даже не думай, не думай ты, поросенок. Ну-ка. А, у них иммунитет же, ё-моё. Нафига мы только с вами использовали на понижение скорости? Ума не приложу. Ну что, ребят, все, добивочный, нет? Нет, еще стоит, пинка ему. Так, еще. Ну что ж ты не мог добить, ё-моё, своего собрата, так скажем. Пим-пим-пим. Ну, двигаемся с вами дальше. У нас очередной, ребята, бой будет. Также не забываем, что у меня есть откатыши 5 штук, то есть мы с вами сделаем еще дополнительный бой. Так, я передвинулся на 29 место. Как-то очень хиленько, хлипенько мы с вами продвигаемся. Ну, выберем, пожалуй, да. Давайте вот этого возьмем. И возьмем еще, кто у нас тут остались 45 уровня. Так, Карайка, Паукус, Бакстер и Карай. Все, замечательно, ребята. Я думаю, что должны мы здесь выиграть. У нас довольно неплохой составчик. Начнем, пожалуй, с Кунаев. Давай, бросаем. Так, отлично. Ай, вот как меня вот этот вот Майки раздражает. Почему-то он тоже так быстро делает свой ход, усиляет практически в первом раунде всю свою команду. Блин, мы положим все-таки или нет этого Криса? Ага, уложили мы его спать.
Майк, ты офигел, что ли? Еще никто не успел походить, а ты уже два раза. Эй, тихо, Лео. Блин, бедный паук. Ну что, хилимся? У нас другого варианта нету, ребят. Да вы привязались-то к моему паукусу бедного, колбасите. У меня нету, да, ребят, провокации я никак не могу никем сделать. Давай попробуем еще подхиляться. Черт, почему они все именно паукуса бомбят? Ну, ребят, тут, как говорится, бот, ну, АИ, он всегда атакует, видимо, самого-самого слабенького в первую очередь. У них вот так вот запрограммировано. Ну, ты посмотри, сейчас, по-моему, паукус у меня и упадет, ребят. Я не смогу его никак защитить. Уже здоровье... подхилять я не смогу, все уже, как говорится, ай, упал. Блин, хотел в сухую, но, видимо, не судьба, ребят, не получится у нас так пройти с вами. Но все равно, в любом случае, мы этих гадюнышей сейчас завалим сейчас с вами. И еще у нас будет один бой впереди. Да падай ты уже, ты посмотри, Майк этот какой-то крепкий стоит, еще и сопротивляется, еще и выделывается. Так, Леонардо тоже сейчас мы с вами попробуем быстренько заколбасить. Ну, падай ты уже. Так, Лео против Лео и... Слушайте, ну вот этот Лео, который вот враг, он тоже довольно сильный, вы заметили, да? Бьется он отважно и крепкий малый такой. Так, ладно, хорошо. У нас, по-моему, кончились с вами маленькие, как говорится, ребятушки. И мы уже будем брать свой основной состав. Я должен в любом случае перейти на трехзвездочную лигу самураев. Меня не устраивает здесь находиться в двухзвездочной. И давайте возьмем мы с вами... Да тут любого, в принципе, можно брать. У них у всех... одинаковое количество очков, так что на скорость, грубо говоря, не влияет сильно. Так, ну что, побежали. И кто у нас тут? Ага, вот они, значит, такие охламоны здесь. Давайте, естественно, по нашему стандарту будем все это делать. Так, может быть, пинка все-таки дать кому-нибудь, а? Мы уложим? Уложили, так, понижаем защиту. Ага, все, ребята, ну, они наши, они, как говорится, спеклись. Бум, блин, не добили, а? Ты посмотри-ка. Ну-ка, Раф, давай, отлично. Нет, это шимпанзе еще выделывается на дорожку. Получи пулю в лоб. Дэнс, упал. Все, ребята, здесь у нас получилось замечательно. В сухую очень много мы сейчас получаем с вами мутагена, наверное, 1000, да? А, 920, ну ладно. И переходим? Нет, посмотри ты, а? Блин, чуть-чуть нам не хватило. Ладно, хорошо, давайте с вами еще тогда один бой сделаем. Возьмем самого мощного. Во, вот здесь вот 18 кубков, да? И, конечно же, сразу же сделаем откаты. Так, у нас как раз 5 телепортов на откат. И мы их, естественно, все делаем. Так, и Шреддер нам тоже здесь пригодится. Все, ребята, погнали. Так, смотрите, фотография там. Чувак с этим, со Звездных войн сфотографировался. Ладно, не будем отвлекаться сейчас, не до этого. Ты посмотри, он опять этот Майк, вот достал он меня. Сразу же делает усиление своей команды. Так, ну что, давайте мы так, наверное, тоже усилимся маленько. И будем понижать им защиту. Получится? Да, прокатило. И Шреддер, я надеюсь, он их, этих всех говнюков забомбит. Да, практически, остался только Майк. Но Рафик его накажет. Да, все, ребята. Ну, теперь-то мы однозначно с вами передвинемся в трехзвездочную лигу. Ну, порадуй. Да, так оно и есть, ребят. Все, на 87-м месте мы с вами. Больше я здесь подраться не могу. Чем бы заняться-то, ребята, а? Испытания. Ну, испытания мы с вами уже... О, можно вот здесь, кстати, попробовать. Давайте рискнем, как говорится, пройти первый эпизод. Здесь у нас два Шреддера будет. Ого. Вот с таким, кстати, мощным, который у нас суперский. Я не дрался с ним ни разу. Конечно, выбор по картам мне дали обалденный. Ну что же, возьмем тогда самых мощных своих. И попробуем, хотя бы глянем. Что это за такой Шреддер у нас? А, ну этот обычный у нас. В принципе, с ним, я думаю, никаких проблем не будет. Он 40 уровня. Даже один Рафик у меня с ним справится элементарно. Так, сделаем провокацию и... Ну, чтобы он не выделывался, одним словом. Так, ну-ка, Лео, накажи его. Да, он ватный, мы его сейчас должны были... Что это такое? Что это за... Ого! Это у нас такой появится скоро удар, да, если выучим. Только он... какой-то неэффективный, я так понял. Так, делаем защиту, наверное, с вами, да? От Дони. И стреляем Майком. Да, по-моему, пора его добивать, ребята. Все, и теперь у нас вторая волна. Я так понимаю, это вот... Ага, супер... Нифига он, мутант. Весь... А че он такой? Весь в шипах какой-то. Что это ты делаешь, гад? Ох ты, нифига у него... Вот это у него ударчик, ребята, массовый. Вот это он хорошо прописал. Я даже не знаю, мы его сможем вообще победить-то здесь или нет. Не, Рафик должен в любом случае, ребята, выиграть.
потому что мы 60 уровня, а он 40-го. Но, ё-моё, ох, какой он боевой-то, а. Вот это да, вот это Шреддер, блин. А чё он такой уродливый-то стал? Что с ним случилось-то, я не могу понять. Какая-то маска у него другая, весь в шипах, весь в лезвиях. Как будто он мутировал. Причем довольно жестко мутировал-то. Ну что, давайте добивать, я думаю, все, пора с ним завязывать. А, гад! Ладно, получи от Рафика. Привет. Все, готов. Ой, я даже не знаю, ребят, может быть попробовать, конечно, второй эпизод пройти навскидку. Не получится, получится, кто его знает. Но зато мы точно будем с вами знать. Вот, две карточки мы получили Шреддера. Так, тут тоже нам будут доступны две карточки. А здесь, может быть, потратить... А, да, нужно на три звезды пройти, конечно. Я думал, сейчас тигра получу себе, ага, Шреддера. Как бы не так, ребят, ну что, я не знаю, давайте рискнем, попробуем. 50 уровня, блин, 5 звезд, все золотые. Ох, я знаю точно, что здесь может только выжить, наверное, один персонаж, это Рафик. И то, если он будет драться сразу же, например, с главным. А тут еще этот Шреддер. И, как вы понимаете, у нас нету с вами хила. А нет, есть, есть у нас Лео. Может похилять. Не знаю, поможет ли нам это или нет. Ну, это Шреддер, смотрите, разбирается так же легко, как и в первый раз мы с вами играли. Что ты? Ах, ты вот что делаешь. Опачки, вот это нежданчик. Пробил-то он неплохо, вот смотрите. Да, жалко. Ну что ж, давайте посмотрим, что этот Шреддер у нас сможет. Мы с вами сделаем, наверное, провокацию, чтобы он тут не атаковал всех. Посмотрим, как у меня. И подхил сразу сделаем. Так, хорошо, это мы удачи с вами сделали. Так, ну как он бомбит? О, да не особо-то сильно, поэтому я думаю, что, наверное, мы с вами справимся. Так, мимо, ну понятное дело, что мимо. Куда ты там, ё-моё, Кейси, у тебя 30 уровень. Так, ну что, ох ты, а что это он так сейчас? Ах, вот оно что, у него, ребята, после того, как он ударяет, ставится броня. Вы посмотрите, на нем броня. Это приходится мне один раз ударить, чтобы снять броню. И, соответственно, потом только лишь я могу его атаковать. Это очень жестко, как по мне так, вам не кажется? Да ты достал ты уже, а? Нет, ребят, тут, по-моему, даже и Рафик нам не поможет. Они его сейчас просто... он его сейчас просто положит. Майки, так, ну хорошо, что хоть меткость... Да, меткость понизили. И сразу же она почему-то слетела с него. Ну-ка, давай, Лео, покажи ему. Это ж твой заклятый враг, ты должен был его... Тихо, тихо, тихо! Массовый удар! Оу, щет! Просто все упали. Не, ребят, бесполезно с ним драться. Какой-то он неубиваемый. Ладно, главное, что я первый эпизод прошел. Ну что же, делать, в принципе, больше пока нечего. У меня есть небольшое, ребят, предложение. Может быть, нам рискнуть... Так, дайте-ка я здесь выучу. Пройти основную сюжетную линию. Хотя бы дальше там немножечко поковыряться. Попробуем, а? Что скажете? Так, ладно, здесь мы выучили ему маунтов. Что у нас еще где-нибудь... Кому-нибудь можем выучить? Так, это у нас по поднятию уровня, это все понятно. Так, не вижу никого, ребята, пока не вижу. Ага, Бибоп из фильма. Давайте посмотрим, что у него за навык. Ах, вот, это два ножа. Помню я этот удар, он, короче, растопыривается и бежит, короче, с двумя этими ножами на врага и его, короче, чикает. И Кирби-мышь у нас, да, я смотрю. Мы тоже, кстати, не хватает у нас, нет? Ага, не хватает, ребята, у нас осколков. Да, ну, можем выучить вот это вот нападение летучей мыши, ступень 2. Все, больше пока у нас ничего нет. А вы, кстати, смотрите, я только сейчас увидел, ребят, что у него нету одной руки. Вот, видите, вот здесь вот какой-то огрызок, короче, у него. Так, Крис, не хватит, да? Да, мутагена не хватает на поднятие тебе уровня. А так он будет у нас, ребята, 60-м. И это очень замечательно. Ну что же, давайте, наверное, приступим тогда к сюжетной линии, посмотрим. Мы с вами там не смогли вроде бы одолеть эту карайку. И, как говорится, да, 61 и 63 уровень. Этих, естественно, мы уберем сейчас. У нас Крис 57 уровня. Я думаю, что это как-то нам сыграет на руку. И мы сможем здесь с вами пройти эту карайку. Ну что же, была не была. Будем еще раз пытаться. Че нам на одном месте-то вечно сидеть, согласитесь. Ну что, здесь у нас обычные... Ой, как они больно бьются, эти маузеры. И вот почему-то... Ай, как больно. Еще и защиту нам понизили. Ай-яй-яй. Нельзя этого допускать, ребят, чтобы они сейчас... Ай, прописывает. Ого, еще и оглушение повесил на меня.
Так, ну давай, наверное, вот так вот с вертухана. На. Так, один маус у нас упал. Этого добьем? Нет, не добили. Будем хиляться, потому что у нас очень мало здоровья, ребят. А бой еще предстоит очень долгий. Так, давай-ка, наверное, ногой. Вот, готов. И... да посмотри, Крис очень даже неплохо у нас с вами дерется. Мне нравится. Боевой парень, поэтому до 60 уровня мы его обязательно с вами прокачаем. А там уже будем смотреть, определяться, кого нам дальше с вами качать. Естественно, на кого больше всего будет карточек, тот у нас первым и будет идти в прокачку. Так, и не забывайте, что у Рафаэля уже 71 карточка, а нам нужно, по-моему, 100, да? Чтобы повысить ему ранг. То есть это еще, еще месяц, грубо говоря, 20 дней, если каждый день мы будем получать с вами по одной карте на Рафа, да? 20 дней, ребята. А, не, какой 20? 29 дней, грубо говоря, месяц нам еще, и у нас Рафик поднимется по уровню. Хотя мы можем с вами еще за этот месяц... Блин, тигр упал, а? Ну что ж такое-то, а? Не смог, ребят, не смог я его, конечно, сохранить. Черт, мы тут вообще хоть с вами пройдем, а? Не, ну до босса-то мы однозначно дойдем, а вот победим ли? Вот это уже вопрос, конечно, интересный. Так, готов, Охламон. Давайте этого попробуем добить. Нет, не получилось. Ну, давай тогда вот так. Да что ж такое, Зэк, ну ё-моё, ну... От тебя-то я никак не ожидал вот, так, вот такой вот подставы, блин. Добьешь, молодец. Ну что, вот у нас здесь, в принципе, и Карайка, да? Караечка и вот эти вот дроны всякие стоят. Будем начинать потихонечку. Давайте вот с этих олухов, потому что они меня нервируют своей вертушкой долбанной. Ну, ответочку дай, молодец. Но Шреддер, скорее всего, да, он упадет у нас. Не выдержал напора, так скажем. Отлично, здесь хорошо. Давайте провокацию, наверное, мы с вами включим, потому что... Рафик будет сразу давать ответочку, когда его будут атаковать. Ой-ой-ой, ну что ты делаешь? Ну что ты делаешь, Карай, а? Получила, все, ты, как говорится, сама напросилась. Вот, обожаю, когда у Рафа есть контрудар, плюс он под этой, под провокацией. Просто машина для убийства, ё-моё. Четко, все, у нас получилось замечательно. И дай, да что ж ты будешь, два раза-то хочешь, а? Нет, не пробили, давай вот так. Ах, чуть-чуть, ну совсем чуть-чуть не хватило. Ну, добьешь? Есть. Да, ребята, я нас поздравляю, мы с вами проходим дальше по сюжетной линии и будем смотреть, что там за уровень у нас. Так, отпусти меня, отстань, Карай. Лео, чувак, тебе нужно успокоиться, ее нет. Ты ничего не мог сделать. Нет, я не верю, я мог это остановить, я мог все это остановить. Если бы поторопился, с Карай все было бы хорошо. Ага, вот, ребята, он, значит, не успел спасти Карайку, и ее, видимо, вот превратили в змею. Вот о чем в данный момент тут шел разговор. Ну что, давайте попробуем с вами пройти эпизод третий. Ага, 62 уровни у нас здесь. И, как я понимаю, тут нет никакого босса, да? Главный Крэнк желает говорить с теми, кого называют кланом Фуд. Мне нечего сказать тебе или вашему главному Крэнгу. Тигр. Тигр-мутант должен понять, что главный Крэнк не просит тех, кого называют кланом Фуд. Главный Крэнк требует. Требует он, а? Сейчас я ему, ё-моё, устрою. Так, ребят, у нас здесь, ну, всякая морозота. Я смотрю, жуки какие-то навозные. Ого! Ого, пропечатал-то он. Крис, ты уж, блин, будь молодцом, пожалуйста. Держись, а? Как-то, я не знаю. Постарайся немножечко-то протянуть. Мы должны, наверное, здесь... победить, если главное, чтобы не было босса, ребята, повторю. Если тут какой-нибудь будет боссяра, то вряд ли что получится. Блин, я не знаю, и хочется, и кольца. Не будем мы, наверное, пока с вами тратить хил. Жалко мне просто-напросто, ребята. Я буду... Ага, у нас есть провокация. Вот так мы с вами сделаем. По крайней мере, здесь мы точно с вами выживем. Все у нас здесь останутся целенькими. Потому что Рафик очень хорош. Очень хорош, он держит удары. Ему бы еще бы дополнительную защиту какую-нибудь от кого-нибудь получить. Так, разбираем. Так, этого мелкого говнюка, интересно, мы подобьем, нет? Ага, тоже разбили его. Ну и давайте дальше вот этих вот мелких ползунков с вами долбанем. Так, сможем? Отлично, хорошо. Шреддер неплохо для своего 45 уровня. 62 уровень практически наказал голыми руками. Пш, нормуль, мне нравится.
Так, ну что, тигр, тут у тебя слабый. Кстати, тигр уже, да, я единственное его держу из-за того, что он очень хорошо, ребят, понижает защиту врагам. А это вы сами прекрасно понимаете, очень полезное свойство, когда пробитие идет, как говорится, на все 100%. Ну да ё-моё, ну что за жучара такой, ты достал уже, все, нормуль. Вторая волна, ребят, смотрим, кто здесь. Ага, вот этих вот охламонов нам нужно, ребята, ликвидировать в первую очередь, потому что они стреляют практически по всем. Так, ну что, употребляем. Фиги жалеть, как говорится, да? Ой-ой-ой, маловато отняли. Ну-ка, зэк, бомби. Вот, уже что-то хорошее. Да ё-моё, смотри. Стреляет, стреляет. Давайте кого-нибудь еще ликвидируем, наверное. Попробуем. Отлично, нормулька получилась. Так, Крис, ты должен его добить любой ценой. Молодец, молодец. Ну, а этих горилл сейчас с вами быстренько разобьем. Ну, тигр, сможешь? Я в тебя верю. Ай, ё-моё, не смог. А простоволосился ты, тигр. Вот Шреддер. И, да, ребята, у нас третья волна. Как мы видим, тут у нас вот эти вот дроны футовские стоят с мечами. Слушай, ну, надеюсь... Ай, Шреддер, больно, скажи, да? Куда? Блин, по тигру бомбанули. Ну, и причем, смотрите, ребята, они будут сейчас по два раза ходить. То есть, два раза бить. Это очень больно. Вот, бейте лучше мне Рафика. Не надо... Что ты? Тигр, тигр, держись. Ай! Упал. Упал все-таки. Все-таки они добили его. Ладно, мы отомстим. Блин, Шреддер, ну ты-то... И все, и Шреддера мы с вами потеряли. Думаю, что сейчас они будут атаковать, ну, естественно, самого маленького, самого слабенького. Это Криса. На кого же они могут еще нарываться? Нет, смотри-ка, на зэка что-то батоны свои крошат. Ладно, ребята, еще минус один. Делаем провокацию. И вот эта вот великолепная троечка у меня должна выжить, по идее. Ну что ты, ядрёна вошь, не можем добить. Вот, видишь, Рафик просто с вертухана делает, и падают они. Так, ну-ка, йоу, тыч. Получил, как говорится, сандалем в лоб. Ну, пулю в лоб. Ну что ты там, что ты делаешь-то? Все, ему хана, ребят, я вам точно говорю. Сейчас он допрыгается. Кия, блин, не Крис. Ну, как же так, вот, зэк. Зэк сделал, как говорится, завершающий удар. Ну и фиг с ним, что с одной звездочкой. Зато мы прошли с вами дальше. Конечно, мы сейчас посмотрим, кто там и что там будет далее у нас в эпизоде четвертом, да, получается. Ну-ка, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот все бы ничего, вот эти вот люди-грибы, это, конечно, очень зловеще. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте я на этой ноте буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Ну а мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч.